Добрый день! Расскажу вам о новом пособии, посвященном почте. Первые две страницы у нас марки. Они различаются у нас по цвету и по фигуре. Есть набор красных марок, есть набор синих марок. Синие марочки у нас одновременно подобраны по тематике транспорт. Красные марки просто красивые, необычные. Ребенку предлагается найти тень. Вот он ищет по тени. Значит, теперь у нас, смотрите, как много марок разных дизайнов. Одновременно они у нас повторяют дизайн крупных марок. Значит, вот такое вот у нас поле. Конверт. Здесь у нас будет адрес или украшение конверта, да. Вот у нас Петрозаводск. А здесь задание для ребенка. То есть нужно наклеить столько марок, сколько у нас на карточке. Таких карточек у нас очень много. И есть пустые. Они в разных вариациях. Есть пустые без цифр. То есть вы можете добавить свои какие-то задания в соответствии с возрастом вашего ребенка. Вот, например, у нас здесь 4 ромба. Марки в виде ромба. Две марки в виде треугольника, три марки в виде квадрата. Вот. Ребенку нужно, во-первых, по форме. Здесь специальное задание запутано, то есть сначала идет ромб. Так, три. Вот он наклеивает в любых местах, да. И ромбики тоже клеит. Такие, какие ему понравятся. Хочет красные, хочет синие. Значит, он, если правильно выполнил это задание, молодец, можно поменять, дать ему другой город. В другой город мы отправляемся. Вот здесь уже другая цена, другое количество марок. Так, и последняя страничка, это мы тренируемся писать индекс. Но это еще не все. К этому альбому впервые я сделала раскраску. То есть мы поиграли на липучках, но надо же у нас, чтобы мелкая моторика тоже развивалась. Вот такая вот у нас раскраска. Во-первых, здесь тоже можно что-то раскрасить. Ребенок может фамилию свою, имя написать. Затем он может придумать свою марку. Я повторила формы из липучек. То есть он может другой цвет использовать, другие картинки на свою фантазию. Значит, так как у нас марки посвящены транспорту, который доставляет письма. Значит, графомоторные дорожки у нас два вида. Индекс мы учимся рисовать. Каждую цифру отдельно. Обводим конверт по пунктирным линиям. И в конце предлагается ребенку самому оформить конверт. Вот такое вот пособие. Вместе с раскраской. Спасибо за внимание.